Привет, меня зовут Филипп. Наконец-то в мои руки попал новый телефон компании Samsung, новый флагман. Это Samsung Galaxy S3. В двух цветовых решениях он на данный момент сделан, но в России пока продается только белый вариант. Этот вариант я получил из Финляндии, но пока в России не продается. В Финляндии, собственно, пока особенно тоже не продается. В общем, кто-то какими-то путями их получает. Ну вот, значит, я пока вам ничего не буду о них рассказывать. Ну, вкратце, наверное, только это 4,8 дисплей. Это разрешение 1280 на 760. HD разрешение это 4 ядра процессор. Обо всем остальном я, наверное, расскажу в процессе того, как я им буду пользоваться и выявлять для себя какие-то интересные штуки. В общем, мы с вами увидимся. Ждите через какое-то количество дней рассказ о новом Samsung Galaxy S3.